Гуманитарный штаб Казанского федерального университета по оказанию помощи тем, кто находится в зоне специальной военной операции, продолжает свою работу. Накануне на республиканский склад была отправлена партия гуманитарного груза. Оттуда вещи будут переданы и распределены нуждающимся. Ксения Бирюхтина, координатор добровольческого центра, признается, что вступила в ряды волонтеров, потому что таков был душевный порыв. Помогая тем, кому поддержка необходима, можно сделать этот мир чуточку лучше. Добровольческий центр помогает всем нуждающимся, и здесь собраны люди, те неравнодушные люди, кто стремится помочь другим, несмотря на то, что там материальные какие-то затраты или еще что-то, просто мы стараемся помочь тем, чем можем. Свою работу штаб начал в октябре. За это время было собрано около 400 килограмм гуманитарного груза. Участие в акции приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета, а также жители города. Продукты питания, лекарственные препараты, предметы личной гигиены и одежда были собраны в соответствии с рекомендуемым перечнем региональных штабов. Мы также хотели бы напомнить, что наш гуманитарный штаб продолжает свою работу, курирует деятельность штаба Департамента молодежной политики. Мы находимся в Униксе. Информация о графике работы штаба, о тех наименованиях продукции, которые можно принести, также есть на сайте в группе добровольческого центра. Поэтому мы приглашаем студентов, сотрудников университета присоединиться и давайте вместе делать добрые дела. Подробнее об акции вы можете узнать, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране, или отправив письмо на электронный адрес добровольческого центра. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.